Традиционный открытый турнир по настольному теннису «Саровская ракетка» собрал в клубе здоровья Центра внешкольной работы как саровчан, так и гостей города. На соревнования приехали команды из ВИКСы, Нижнего Новгорода, Саранска. Такой большой праздник спорта прошел впервые за долгое время. Эти соревнования были традиционные, но как пандемия нам немножко помешала. Вот, и сегодня мы возобновили этот турнир. У нас проходили городские соревнования, а сейчас мы приглашаем уже гостей области, из Мордовии, чтобы обменяться опытом, подружиться. Первые два дня турнира за победу в личном первенстве боролись более 40 ребят в двух возрастных категориях – 2008 год и моложе и 2013 год и моложе. Свои силы в соревнованиях попробовали и совсем маленькие участники. А вы как-то уже участвовали в соревнованиях? Да, участвовали. Саранск, Выкса, Лукоянове, Кстово, в Нижнем. Еще в других. Я еще готовлюсь дома, набиваю в стенку. Надеюсь, что выиграю. У меня брат вот двоюрный пошел как-то на настольный теннис, потом ушел, а я узнала то, что у нас в городе есть настольный теннис, ну и решила тоже попробовать. На второй попробовать занять третье место, но это будет очень тяжело. Потому что тут вижу, соперники очень сильные. Сначала участники играли по группам. Из них определяли сильнейших спортсменов. В финале они боролись за лидерство. Остальные ребята также играли за свои места в турнирной таблице. Третий день соревнований отвели для взрослых теннисистов и ветеранов. Победители и призеры открытого турнира по настольному теннису «Саровская ракетка» получили дипломы, медали и памятные подарки. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.